Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на информационном канале InstaForex TV. Вашему вниманию предоставляем экономические новости в студии Тахмина Соломова. Сегодня стоит обратить внимание на рынок криптовалют. Так, курс биткоина едва не приблизился к давно забытым максимумам. Котировка виртуальной монеты достигла уровня $9600. Позже движение скорректировалось до отметки вблизи $9500 за монету. Стоит напомнить, что за последнее время на рынок криптовалют обрушился ряд негативных факторов, в том числе и новости из Южной Кореи. Так, государство придерживалось жесткой политики по отношению к криптобиржам, а уже вчера стало известно, что правительство страны все же разрешит их работу. Это добавило оптимизма на рынок после того, как инвесторы убедились в том, что регуляторы США также выступают за рынок криптовалют под сбалансированным регулированием и защите инвесторов. Вторая по капитализации криптовалюта – эфир преодолела уровень $920, однако сейчас также демонстрирует коррекцию движения, торгуясь вблизи уровня $910 за монету. Сегодня стоит обратить внимание на другую криптовалюту Litecoin, который демонстрирует самые высокие темпы роста за последнее время. Его котировка сегодня пребывает вблизи уровня $220.70. Возникший ажиотаж напрямую связан с новостью о том, что с 26 февраля будет запущен платежный сервис LitePay, позволяющий использовать монету для оплаты покупок. Тем не менее, эксперты продолжают твердить, что рынок криптовалют – ненадежная рабочая платформа для инвесторов. Это все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами на канале InstaForex TV. Мы желаем вам прибыльных торгов. Увидимся завтра.